Вот совсем препятствия. Я тебе сегодня, ребята, у нас будет от самого худшего нуба, самой худшей, ну почти худшей версии альфа, до самого профессионала версии 1.17.1. Ну, ребята, погнали. Так, 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 так. А где я? Где я? Это что? А это? А если вот эту штуку добыть? Так, 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 добываем. Так, и чё ты? Это что такое? Чё это такое? Ой, может это мина, что ли? Или чё такое? А что это? А что будет, если это положим? Станет ничего не будет. А это? Блин, ну страшно, ну ладно. Так, копаем вот это. Копаем вот это. Фух. Что из этого можно сделать? Интересно. Ну-ка, раз. Так. Что можно делать из этого? Это что? Тут молоток, пила и кусачки. Это верстак, наверное. А что можно верстаки сделать? О, это что-то поминает. А, ну это палка, походу. Да, это палка. А вот это что? Что такое? Что оно шоколадная штука какая-то странная. Что с ним можно делать, интересно? Так. О, еще какой-то верстак стоит. Так, надо как-нибудь что-то поделать с этой штукой-то. О, это что? Что-то странное такое. Из него можно что-нибудь скрафтить? Ну-ка, сейчас проверим. Делаем вот так. Потом вот сюда ставим. О, тоже можно крафтить кого-то. Он тебе уже разобрался. Это называется крафт. О, это что? Тоже какая-то штука. Она похожая прям. Сейчас будем копать ей. Так. Ну-ка. Так, надо прокопаться. Мы что-нибудь найдем. Не знаю, я просто ничего не нашел. Блин. Эх, по что-то найти. 10 лет спустя. Так, ну, в принципе, я как-то развился все-таки. Ох, какая кира, дофиге еще просто накрафтил. О, железка. Нормально, сюда. Так, потому что гравий на меня не осыпался. Опа. Сюда, ой. Сюда же, блин. Сюда железо. Раз. И вот сюда. Потом вот тут. Отлично, еще железо. Отлично. Раз, вот так. Алмазы бы, конечно, сейчас. Надо вниз копаться. Так. Раз. Так, ой, у меня кирка сломалась, ладно. Хорошо, что у меня есть запасная еще кирочка. А теперь вот так просто уголь на ходу. Опа. О, железка, нормально.
А чтобы лавы там не было. Так, вот сюда копаемся, в принципе. Сюда, вот сюда, вот сюда. Блин, нужны факела, у меня вообще их нету. У меня палок нету. Так, вот сюда. 20 лет спустя. Так. Вроде я все сделал. Фух. Так. Сейчас проверим. Да. Вот это. Так. Все, я все собрал. Что-то дом вообще не делаю. Надо это все сейчас обратно выложить и уже из этого всего делать дом. Потому что реально дом я просто не делаю ни разу, мне кажется. Но делал. Ай, это кто меня бьет? Тут паук. Ай, больно же в ноге. Ну и в руке тоже может. Ай, будет больно. Опа, да еще скелет. Тут я сейчас вам все подключаю. Опа, все. Отлично. Что у меня тут есть? Ну, алмазные блоки, железные блоки можно из этого всего построить. Что у меня тут еще есть в шалкерах моих? Во, алмазные блоки. Из алмазных блоков хочу построить. Из нозерита их как-то не очень хочется. Что у меня тут еще есть? Ну, я думаю, буду строить из чем-то, что есть. Опа. Домик, я думаю, будем я буду начинать где-то вот тут. Раз. Хотя нет, это тут дерево тут стоит, оно мешается. Вот тут можно. Надо какую-нибудь территорию выбрать. О, отлично, ягоды. Нормально, кусты. Колятся, правда. Ну-ка, сюда ягоды. А дом, я не знаю, где я буду строить. Тут одни деревья не мешают. Дом вот тут можно начать. Как постройки дома. Дом, в принципе, вот такой небольшой будет. Обычно не дом, а коробка. Такая. Алмазная только, не земляная. Так. Ставим вот сюда. И вот сюда. Так, что там дальше? Ну, ай, дурацкий куст. Опа, дальше надо раскопать вот тут. Вот тут надо лопату взять, конечно. Лопата. Просто я инструменты, как всегда, не беру с собой. Кто не нахрен мне не нужен. Не, мне нужен инструмент. Так, где? Где лопата, где это все? Блин, еще алмазные блоки тут расставляю. А, ну вот, я не заметил. И, конечно же, кирка. Что тут алмазных блоков дофигища поставил. Опа, железных всяких блоков. Вот алмазный блок, ничего не поставил. Тут вроде все. Надо еще все шелкера с собой взять. Чтоб уже реально обустраивать дом нормально. Так. Сундук, конечно же. Ладно, не буду так долго это все делать. Опа, надо дом строить вообще. Отлично, сейчас это все откопаем. Быстро. Вот так. Вроде пол сделали, так, надо это все вот так. Вау, такой крутой подземный дом будет. Сейчас, опа. Тут копаем мы. Вот тут еще надо чуть-чуть покопать. Так. Ну и вот так, в принципе, вот тут. Покопаем вот тут. Раз. И думаю, вот так можно загородить это. Отлично. Такая небольшая коробочка.
небольшой такой этот куб земляной, или как там, я забыл уже, как это называется. Мне нужны кровати, у меня, по-моему, кровати есть. Я уже позапутался с этими шелкарами. У меня дофигища. Везде крутые ряс. Где кровать? Так. Трава надо... Нет. Надо вот эти все расставить с моей шелкера, так сказать. Тут. Наверх. Вот тут поставим сейчас. И потом еще два. Раз и два. Тут у меня ничего полезного. Тут тоже, тут тоже. Тут тоже. А тут нельзя, да? Потому что они эти стоят. Значит, наверх нельзя ставить. Тут вообще кровати нету. А тут нельзя, потому что оно так стоит. Ну, где кровати? Так, может, они где-то вот тут? А, ну вот. Я возьму сейчас себе оранжевую, наверное. Вот это надо это все ломать тогда. Потому что вообще места из-за этих шокеров нету. Раз, раз. Ставим вот так. И нужны сундуки мне сейчас. Яблоко, хлеб. Ладно, голова дракона золотой. Трава, трава, плетай. Окей, кайф, золотое. Сундук. Мне нужен сундук. Хлеб. Ладно. Посмотрим, что тут. Бочки тут есть, но сундука тут что-то не вижу. Где сундук? Нужен сундук. Ладно. 30 лет спустя. Так. Так, 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 так. Ладно. Надо вот туда все-таки прыгать. Эх. Думаю, я готов посражаться. Вот. Так, дальше, дальше. Так. Вот она. Подводная крепость. Как там вас? Я забыл сейчас звать. Нет. Вы меня не убьете, так и знайте. Получай. О, опа. Получи. Ай. Охренеть. Так, надо. Ай. Они сейчас меня пробьют. Просто пробьют. Уплывать нужно. Тотем! Ох, все. Так, так, уплываем. Все, 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 все. Фух. Без подготовки тут, конечно, никак. Это, фух, точно. Ай, это что сейчас было? Почему у меня регенерация велась? Так, так, фух. Фух, ну теперь, в принципе, можно прыгать. Ладно. Так, 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 где? Ну вот, в принципе. Так. Ну, прям в этот храм залететь как. По-быстрому. Вот так вот надо тут сломать. И вот сюда. Отлично. О. Ай. Блин, у меня еще это. Кончается воздух. Надо выплывать отсюда. По-хорошему уже. Фух. Ой. Ну все. Ладно. Во.
Так, что тут есть вообще? А если сюда покопать? А, я вылечу. О! Ну-ка, стоять! Стоять! Согласил. Опа. Ай. Да вот этих поубивать будет. Ай. Блин. Долбаное место, хлять его. Ну-ка. Надо вот этого убить. Ну-ка. Вот так. Теперь, ребят, уплываем. Так, так. Что вот это? Так, ребят. Так. Плывать уже отсюда надо. Блин, зачем плывать уже подальше, конечно. Ай! Сейчас пробьют уже меня. Нельзя совсем. Что-то, блин. Пробьют сейчас уже. Так, так, где? На. Так, на. Получай. Где ваш страж дебильный? Где страж тут? На. Получай. Все, я устал уже биться с ним. Опа. Ну-ка, когда ты уплываешь, регенишься, что я что-то не понял, эти бессмертные. О, наконец-то. Сюда. И это тоже сюда. Все, теперь надо выплывать отсюда и уже нахрен сваливать. Так, где они все? Так, вот они, да. Если на них, а если на вас сейчас вот так вот сделать. Где мой трезубец? Где-то там плавает. Ладно, все, я ухожу. Все, уплываю. На тот берег. Где отсюда? Все. Фух. Ладно, ребята, думаю, вам понравился ролик, в принципе. Вот от самого нуба до самой там самой фиговой версии, да, реально про, который на версии 1.17.1. Ладно, всем пока, ребята, я тебе еще, всем пока.